группа моя. Никого уже. Никого. Есть раненые! Держать позиции! Тихо. Я уже тут. Подремонтируем тебя, малеха, и все будет нормально. Черт, зараза! Чел! Ну все, не стани. Сейчас помогу. Давай, чую я, братцы. Хорошее скоро будет что-то. Ой, извини, что припахал. Бойцы! Здесь я не был. Вообще, здание это похоже на бывший штаб военных. Но это иллюзия. Карта местности тоже не отображает. Где мы? Кто-нибудь помнит, что произошло перед тем, как мы сюда попали? Да, сильного полковник, извините за выражение, головой ударились. Вообще-то направлялись к Крылову. Но опять эти твари поганые с места сдвинули. Вот и отстрелялись, что попали в аномалию. Странно только одно. Странно, что мгновение мы тут. Чертовщина какая-то. Капитан, так что будем делать? Что делать будем? Сегодня пересидим в этом здании. Хрен его знает, куда мы попали, в какое время мы сюда попали и вообще что происходит. Сегодня пересидим, раз уж КПК не отображает, где мы находимся. Завтра утром пойдем по рельсам. Надеюсь, мы выйдем на какой-то отряд сталкеров. Тем более полковнику все равно нужен отдых. Медикаментов у нас нету, чтобы ему оказать помощь. Так что завтра, ребят, мы выдвигаемся на рассвете. Вы, ребята, отоспитесь за ночь. Да я не знаю, сколько нам завтра придется идти. А я на стрюме сегодня постою. Так что давайте... закругляемся и топаем в здание. Ух, пожрать бы сейчас основательно. Эх, если бы уроды всякие не мешались. Может, мы зону уже и вычистили бы до самого донышка. Слышь, братва, что-то мороз походит. Чуете, спазить начал? Ах!
Капитан, что за хрен произошло? Этот друг мы только что... Этот друг мы только что в жопу попали. И нет, это не название аномалии. Это действительно мы в жопу. Охренеть. Что же делать-то? Может, связаться со штабом. Сообщим им, где мы, что мы. Пусть вертушку вышлет. Это группа Ткаченко. Говорит лейтенант Захарчук. Мы попали в аномалию. Пришлите помощь. Не можем выбраться. Прием! Меня кто-нибудь слышит? Прием! Сука! Прием, это Ткаченко. Нужна помощь. Прием. Я запрашиваю у штаба подкрепление. Мы попали в аномалию. Мы не знаем, сколько еще продержимся здесь. Нужна помощь. Мы не можем найти выход. Прием. Ну что они сказали? Помощи не будет. Почему не будет? Ну что, мы в жопе. Связь со штабом оборвана. Мы в полной жопе! Прием! Нужна помощь! Прием! Так и надо было побольше галет запасти. Ведь как знал. Полковник. Полковник, выпейте. Проверим в той стороне рельсы. Может повезет. Пойдем. Получится, командир, туда попасть? Нет, в подвал мы точно не пойдем. Ни один из нас не пойдет в подвал. Там радиация. Плюс мы не знаем, куда просто идут эти ходы подземные. Поэтому... Нет, лишний раз мы точно суваться не будем. Командир, я готов. Попробовать спуститься внутрь. Я приму препарат. Что, если не получится тебе найти выход там? Там есть и завал, куда ты попадешь? Нет, я не согласен вообще никого терять, парни, нам просто надо оставаться здесь. Сейчас с телефона попробуем отправить маячок о помощи. Может, кто-то придет на помощь. Командир, я смогу. Лейтенант, разговор окончен, остаемся здесь. Ну,
жизнь. До завтра дотерпишь, я тебя уверяю. Мы выберемся отсюда. Должна в этой аномалии находиться. Должна в этой аномалии находиться какая-то. Одна из. Вот если мы здесь останемся, мы друг. Капитан! Чепурной еще. В смысле? Кто? Что? Чепурной? Да. Пропал, всю базу облазили, его не убили. Искать! Пошли! Чепурной! Где ты? Держись, сталкер, держись! Однако дерьмово все туевина складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. И как там мои? Что там у них? Порадовал. Здоров! А мы скоро вернемся. И переживать денег, ладно? Бабаю, здравствуйте. Охуя стреляй, дай бою. Полковник! Болит башка. Мозги плавятся, я не вынесу. Почему так темно? Но в моей голове говорит со мной. Я не могу избавиться от нет, этого голоса. Нет, полковник, нет. Так вот оно меня не получит. Thank you.
раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот чертов, привыкнуть невозможно. Чебурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. Шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а... пенсия, дача, рыбалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертвый давно. А генерал Долго Таченко сейчас уйдет. Скоро. В верхнюю тундру, мать ее. В места, богатые дичью.